Всем привет! Я в машине, значит, мы куда-то собрались. Это продолжение вчерашнего видео. Я собралась ехать закупаться в Lidl, поедем, и мне еще нужно будет заехать, наверное, в Реве купить сгущенку для крема, для торта. Закупаться, в принципе, такого грандиозного ничего не нужно. Холодильник, в принципе, так почти все есть. Единственное, чего нет, воды полностью. Полностью, подчистую, одна вот бутылка стоит. Все, что было, все запасы, все выпиты. Молоко выпито. Ну и плюс мне нужно маскарпоне купить, и сметанку, фрукты, овощи там. Нужно посмотреть, что есть, чего нет. Ну, так, мелочь, чуть-чуть совсем. Потому что, ну, были вчера же на даче, и нам дали помидорки и огурчики. А сейчас Саша пришел с работы. У него коллега тоже там, у него дача есть, и угостил его тоже два вот таких больших помидора, один желтый, другой красный, вот такие прям огромные, и огурец вот такой большой тоже. Я говорю: Саша, у нас же есть, я говорю, мы вчера взяли на этом, ну, у брата его на даче. Он говорит: ну, не отказываться же, говорит, дают. Я говорю: ну да, правильно, зачем отказываться. Ну, принес, вот мы сейчас даже обедали супчиком. Тарелку нарезала огурчиков, тарелку помидорчиков. Мы с таким смаком. Такое это вкусное все, вот это домашнее с грядки. Прям даже вот забывается на самом деле, что вот есть такие вкусные продукты с этим магазином. Вообще не сравнится. Все, в общем, едем закупаться. Там вам все покажу, расскажу. Ну и дальше видно будет. Приехала, и дождик начался. Сейчас несу, взяла бутылок. Смотрите, сколько у меня накопилось, надо сдать. Покапывает дождь, надеюсь, сильно не пойдет сейчас. Хотя бы сейчас, пока я закуплюсь. Взяла сливу, вот такую взяла. 1,79 она сейчас стоит. Потом картошка 2,99. И воду взяла. Пока что больше ничего не брала. Сейчас фрукты надо посмотреть, какие есть тут. Нектаринки. Вот ничего. 1,49. Возьму. Персики. Персики что-то не очень. Абрикосы какие-то зеленые. Эти какие. Ну, вот этим еще можно взять, наверное. 3 евро 59 центов. Такие вот персики плоские возьму. Тут что-то один плохой. 2 евро 9 они стоят. Что-то один куда-то закатился. Да. Возьму. Тарелки сверху какие-то. Черешня 6,90 возьму. Черника 500 грамм 3,79. Взяла одну такую. Сейчас посмотрю еще, что взять. Груши Саша сказал не брать пока. Не сезон, не вкусные. Сейчас посмотрим. Виноград сейчас возьму какой-нибудь. Вот он. 2,99, вот такой вот килограмм. Возьму его, красивый. Стоим. Килограмм фарша вот этого говяжьего. 6,99. Вот такой хлебушек тостерный. 1,49. Булочки вот такие взяла. 1,59. Взяла вот такую вот нарезку. И вот это вот. Сегодня они у меня были, проценты на нее. Что вышло? Закупилась на 145 евро. А, было у нас бутылок 9,75 или 9,25. В общем, что-то в этом духе заплатила. Я, получается, 130 там с копейками. В общем, на 145 евро мы закупились с вами. Сейчас покажу вам все, что купила. Половина я вам показала.
половины не показала. Парень идет молодой. Закупался вместе со мной там. Ну, как, не только вместе со мной, просто в Лидле закупался, ходил. От него воняет, это ужас какой-то. Я прям не могла, все, кто рядом находился, вот на, там, я не знаю, поблизости. Прям это ужас какой-то. Ну, молодой парень, одет нормально, он на машине приехал. Его вон стоит, как будто он не мылся, у него волосы длинные, сосульками прям. Не мылся, наверное, год. Может, не год, но воняет, это ужас какой-то. Как так можно за собой не следить? Бедная кассирша, он сзади меня стоял, получается, пришел после меня на кассу. Она, бедная, она не знала, куда деться, и вот так вот, и он прикрывается, и на меня смотрит. Думаю, слава богу, что он пришел позже, что она почувствовала, что не от меня этот запах. Вот так. Ну все, сейчас будем быстренько складывать все. Взяла вот такие конфеты. Так, дальше. Две пиццы вот такие, 3,75, по-моему, они сейчас со скидкой, или 3,69, что-то такое. Виноград я вам показывала. Потом что? Ягодки тоже показывала. Абрикосы, нектарины тоже показывала. Что-то дяденька так посмотрел на меня. Почему он так посмотрел? Потом, что еще? Семечки Давиду взяла, сейчас 1,99 вот эти стоили. Акция, видимо, какая-то была. И еще что, почему я довольна, у меня же это речь была. Что мне не надо сейчас в Рево ехать. Была сгущенка здесь, я здесь взяла. Такие палочки, 1,49, по-моему, они стоили. Потом орешки вот такие, 2 с копейками, 2,49 что-то такое. Сыр вот этот взяла, для салата беру. Я именно могу есть только коровьи. Вот совцы, козьи я не могу. У меня прям внутри все шкрябает там. Не могу его есть и все. 6,99 показывала вам фарш говяжий. Вот такая 2,49, по-моему. Ну, сейчас она была со скидкой, потому что по приложению. Этот сыр я тоже показывала, он тоже сейчас со скидкой по приложению. Вот эта нарезка тоже сейчас со скидкой. Булочки я вам показывала там. Так, сейчас следующее, что еще? 2 с копейками, 2,49, по-моему, Риксона взяла себе. И... А, как она? Черешня показывала тоже. Взяла еще, картошку я вам показывала, персики показывала, морковь взяла, потом сливу тоже я вам показывала. Сгущенка 1,99, по-моему, или что-то такое, или 1,49. Напишу, если не забуду. Так. В прошлый раз мне дали вот такую в подарок. Давиду очень понравилось, я даже не попробовала. Он сказал, мама, купи еще. Купила. Он всю ее сам съел. Потом вот маскарпоне взяла 3 баночки. Что еще? Стейки вот такие взяла. 3,39, по-моему, или что-то такое. Или, ну, около 4 они стоили. Или 3,99 эти стейки. Вот такие вот, как это называется? Брюшина, да, наверное. 8,21 вот эта вот пачечка. Здесь чуть больше килограмма. Потом 3,49 вот такие печенья взяла попробовать. Такие печеньки. Но это я на посыпку торта, если что, для украшения. Потом сэндвичный, тостерный хлеб. И что еще у меня тут? Яйца 3,29, как всегда. И еще что? Сейчас покажу вам. Ну, это наши женские эти, да? И вот такие взяла контейнеры. Вот 2 контейнера вот таких, 3,99 стоят. Ну, прочные вроде такие, хорошие. Я 2 больших взяла.
и одну вот такую, там три штуки, маленькую. Это я взяла, знаете, для чего? Для своих ногтей. Ну, там все свои сложить эти штучки, лаки, гели, там может быть что-то еще. Что останется, я хочу просто в стенку, чтобы аккуратно у меня там все не разбросано было, а лежало все в стенке аккуратненько. Как раз они подходят и под цвету, под стенку. И вот такую вот бутылочку 5,99, она сейчас была со скидкой. Это я Роме взяла в школу, потому что у него нету такой. Вода и молоко у меня еще. Сейчас я вам покажу. Вот такая водичка, это сюда в машину. Так, и молоко сегодня, вообще я 1,5% жирности беру. А сегодня не было, я взяла сколько? 3,5. Вот. Оно по 99 пачка. Ну, не было, а у нас дома, как я и сказала, молока нет, поэтому пришлось купить такое. Ну, ничего, мальчишка пойдет. Такая упаковочка. Так, и водички 3 упаковки. И все? Все, едем домой. Ну что, приехала я опять в магазин, в Lidl. Потому что у меня не хватило маскарпоне. Мне нужно, я Саше затеяла еще один торт печь. В общем, один на работу. И мне не хватило маскарпоне, теперь приехала быстренько. Думала, хватит крема. Нет, нужно еще сделать. В общем, так что сейчас возьму маскарпоне и... Я потом пойду доделывать торты, мазать. Вот такой вот у нас тортик, только закончила. Малинка, голубика, конфетки таким серебром или золотом, чем-то я посыпала сверху, чтобы красиво было. Вот так вот выглядит. Завтра покажу вам в разрезе. Сашин торт тоже готов. Он вот там вот. Завтра я его, если достану, я вам покажу, если не забуду. Это ему на работу с собой. Всем доброе утро. Наш завтрак. Роман, как всегда, удивляет. Он решил есть суп с утра. Хотя просил вообще, чтобы я ему пельмени сделала. Прям сама налепила с утра. Я говорю, нет, мой дорогой. Суп будет есть. Так вот, домашние помидорки. Огурчики. В общем, Саша сейчас выйдет. Будем поздравлять его с днем рождения. Мы его уже поздравили. Подарки еще не дарили. Ричи летает. Роман сидит. Роман сегодня раньше всех встал, да? Ромка. Ричи. Ты мой солнышко. Ты мой золотой. Ау. Да. Утащил малину. Сейчас ее на ступеньках там растерзал. Все. Шторы мне закапал. Шкодник маленький. Что хочешь? Хлебушка дать тебе? Рома дарит подарочек папе. Давай. Нет, папе отдай, папа сам откроет. Давай. Папе отдай, папа сам. Смотри, как я за подарок. Ого, какая любовь. Ты мне любовь подарил? Дари папе подарочек. Открой, что там? Давай. Открой, что там? А там? Тут любовь. О, а тут Рома рисовал, какой красивый, смотри. Ой, какой молодец, писал. Вон, видишь, как он сам написал, сам разукрасил, папа, открывай открытку. Молодец. Она еще и музыкальная. Конечно. Видишь, как она играет? Молодец, какой красивый. Видишь? Рома сам написал. Покажи. Рома. Смотрите, Рома сам написал. Видите, Дайн Роман. Все красиво нарисовал. Научился сам звездочки рисовать. Мама ему показала, он начал рисовать сам. Давай. Все, папа, довольный? Да. Видишь, сам сделал. Молодец. Ребенок. Ну, поцелуй папу, скажи, с днем рождения. Музыкальная. Да. Ну, мы же сделали, вот она, музыкальная. Музыка нет, играла. Вот это. Хорошо, сделаем потом. Мы ее оставим на память папе, да? Зачем? Первая открыточка. Красивая такая, конечно. Видишь, Рома сам сделал. Неси. Это тебе от нас всех подарочек. Папа. Ты
Я помогаю тебе просто. Ты мне помогаешь, что ли? Нет, да, я помогаю. Чтоб он отдавал мне. О, телефон надо купить. А там что? Телефон? Да, новый телефон. Мам? Да. О, закрой, ты еще есть. А папа подарил мне что-то. А папа тебе что-то подарит сейчас? Косичку? Нет. Вот такой мы ему подарили. Не подарил он мне косичку. Не знаю, такой он нет, хотел, не такой. Нет, что ли, чтобы я подарил? Нет. И сын подарил еще. Это мать. Сам он выбирал тебе подарок. Вот я тебе сейчас поделюсь с тобой. Хочешь? Смотри. Да? Да? Да, ведь тебе выбрал. Так, не облизывай. О, футболка, да. Так еще. Адидасная футболка. Спасибо большое. Знаешь, сын сам ездил вчера, сам выбрал. Спасибо, да. Хорошая стала. Красивая сотрудница. Мама, смотри, мам. Знаешь, какой молодец. Мама, смотри. Молодец. Смотри, все молодцы, все сделали подарки, да? Да. О, видите, как раз даже, а я Давиду говорю, маленькую купил. Нет, как раз сам выбрал. Насчет конфет, конечно, он консультировался со мной, а насчет футболки нет, сам купил. Все, спасибо. Саша распаковал свой телефон. Камеры там такие огромные. В общем, он не хочет iPhone, хочет себе Android, поэтому столько времени у него iPhone лежал-лежал, и он... Все говорил, может, я себе куплю. Так что купили ему. Другое. О, даже чехольчики есть, видишь? Все есть. Все только есть. Симки переставь. Точно. О, даже ничего себе. А у нас один провод лежит, и все. Даже этого нету. Штуки это нет. Ну... Ну, ты рад хоть? Да. Покажи радость на своем лице. Я очень рад, только не буду сейчас. Так ты и думал, да, что мы тебе телефон подарим? Нет, я вообще не думал. Вообще об этом не думал? Вообще ничего не думал. Вот так вот. Видите, какой зажравшийся человек. Ой, даже не думает о подарках. Эй, пока ты тут распаковываешь, сейчас твой шоколад там съедят. Ты мне шоколад мой ешь. Рома. Панцу-то что так облизывает? Вот такой тортик получился. Показывала вам вчера. Ну, он такой огромный, не знаю. Я говорю, да, Давид, до день рождения будем есть. Сейчас. Встань, Ром, встань. Разрежу его, покажу вам, какое. Торт это только папе. Торт это только папе. У них там война идет. С папой. А давай так будем телевизор. Ой. Так. Разрезала. Как дальше? По конфете? Не отрежь. Перекатывай. Так. Надо было для торта эту взять штуку. Сейчас. Сейчас я вам покажу. Большой, конечно, отрезала. Думала, маленький будет. Ну ладно, мы с Сашей напополам, если что. Да, только напополам. Вот, видите? Обычно я с изюмом внизу делаю, а это шоколадный внизу сделала. С маком и с орехом. А те с изюмом сделала на работу. Да. Помогай. Вот, в общем, вот такой он внутри. Давай напополам. Ну да, я так и делаю. Я просто хотела его, чтобы видно было. Во, вот так, наверное, видно. Собирается сейчас на работу. Вот я вам покажу его тортик. Вот такой. Простенький. Я думаю, для мужчин нормально будет. Тоже такой же я спекла. Тоже три слоя. Только один с изюмом, один с орехом и один с маком. У нас просто с шоколадом один идет. Покажу, чем я занималась. Нажарила баклажанчиков с помидоркой, с чесночком и с майонезом. В общем, такие сделала. Здесь простые сделала, потому что Давид у меня помидор не ест, и я ему простые сделала. Еще тарелочка такая же была, он ее уже уточил, утащил, источил. Вот так вот.
Так что хотела еще кабачок пожарить, а потом решила, нет, будет чересчур. Нам вот мы съедим, тем более мы день рождения не празднуем, Саши нету. Придет вечером, ну, захочет сегодня, нет, завтра поедим. В общем, давно я такое не делала, с охотки. Пару баклажанчиков тоже съем. А вообще, чем я занималась? Я сегодня целый день, это пчелка, наверху там убиралась. В нашей комнате убиралась, у Давида там перебирала, в общем. Потом в ванной пошла убираться. У нас ночью был такой жуткий-жуткий дождь, молнии, гроза там грохотала. Такой, знаете, аж такой шум был сильный. Быстрее все окна позакрывали. И вот сегодня весь день у нас тоже нет-нет, идет дождь. И такое испарение бешеное. Невозможно дышать. Меня Рома разбудил? Да, тебе дождь тоже разбудил. Аж Ромка проснулся, говорит, я не могу спать, выключи его. Я говорю, в смысле, как я его выключу? Вот так вот. И сегодня целый день такое жуткое испарение, такая духота прям стоит. Вот сейчас решили с Ромой попить чай попьем и потом, наверное, сходим на улицу.